اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мы начинаем серию лекций по вероучению наших праведных, благородных предшественников Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому первое, что нам следует знать, это важность изучения и важность этой акиды. Важность этой акиды, этого вероучения. Наука акиды является самым высоким и самым важным, или, скажем, самой высокой и самой важной наукой. Почему? Потому что важность любой науки от важности, чего она изучает, исходит от важности, чего она изучает. Акида и таухид изучают кого? В первую очередь, Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому важность акиды является самой высокой. Это во-первых. Во-вторых, Всевышний Аллах в Коране говорит «Фа'алам аннаху ла иляха илляллах». Знай, что нету достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И знания просто так не приходят. Знания, чтобы получить, надо их заучивать. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Иннама л'ильму битта'аллум». Поистине, знания приходят заучиванием. Никто не рождается знающим. И просто с небес знания сейчас не приходят. Только к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, приходили знания с небес. Поистине, знания заучиванием. Поэтому приказ Всевышнего Аллаха, чтобы мы заучивали нашу акиду. Чтобы мы изучали наш таухид. Это приказ Всевышнего Аллаха. Знай, что нет достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. В-третьих, насколько мы много и глубоко изучаем нашего Господа, настолько прибавляется любовь к Всевышнему Аллаху. Настолько много мы изучаем право Всевышнего Аллаха на нас, то есть то, что мы должны Ему, только Ему поклоняться, настолько крепким становится наше поклонение Всевышнему Аллаху. И настолько много мы будем изучать атрибуты Всевышнего Аллаха и Его имена, настолько мы будем любить Его больше и больше. Почему? Потому что любой человек, которого мы любим, насколько много мы о нем знаем, настолько больше мы его любим. Если о любом человеке мы ничего не знаем, кроме его имени, это не прибавляет нам любви к этому человеку. Также, насколько много мы об Аллахе знаем, настолько много и больше мы любим Всевышнего Аллаха. В-четвертых, таухид и акида являются фундаментом нашей религии. Фундамент это, асас. Если эта акида мы не изучили должным образом, не придали должное внимание этой акиде, то все, что строится на нем, оно рушится. Если фундамент не является крепким, все, что на нем строится, до поры до времени оно бывает потом рушится. Чуть-чуть сырость появляется, она рушится потом. Любой вирус всяких сектантов появляется, его акида рушится. И он следует за каждым, кто кричит. Поэтому каждый человек должен себе поставить основу акиды, основу единобожия. Если у него есть эта основа, ему легко бывает с любым человеком разговаривать и противостоять любому вирусу, который распространяется среди общества мусульман. Также акида и таухид являются
единственной вещью, которую может собрать мусульман. Если у нас не будет правильной акиды, если не будет у нас крепкого таухида, то никогда мы не соберемся. Если даже соберемся не на акиде, то мы будем, сдалека на нас смотрят, люди думают, что мы вместе, а на самом деле мы разделены, разобщены. Почему? Потому что это просто сборище людей, толпа людей, у которого у каждого человека свои принципы и своя акида. На любой момент они разделяются. Почему? Потому что один не хочет другому уступить. А если они находятся на правильной акиде и на крепком таухиде, их никто не разделит и ничто не разделит. Также, дорогие братья, каждый человек, любой человек, у него должны быть принципы свои. И должна быть акида, убеждение. Тот человек, у которого нет убеждения, нет принципа, этот человек подобно животному. Кушает и живет, спит, встает, кушает, в туалет ходит и так далее. И нет у него принципа, за который он готов жизнь отдать, за который он готов терпеть всякие трудности. И чем он, как сказать, поднимает свою голову этой акидой, этими принципами, нет у него. Тогда никакой разницы нет между этим человеком и животным. У животных тоже нет ни принципов, ни акиды. Также тот человек, у которого нет акиды, тот, кто не знает свою акиду, тот, кто ему не принципиально своя акида, это человек подобен животному. Также, дорогие братья, важность изучения акиды. Тот человек, у которого в голове нет акиды, основательно, он не изучил свою акиду, этот человек всегда подвергается вирусам сектантов. Любой вирус на него действует. Точно подобный пример компьютера. Возьмем пример компьютера, да? XP или там Windows 7 или что-либо еще. Если на нем не будет антивируса, через интернет любой вирус заходит туда, даже. А если на нем будет антивирус, она ловит этих вирусов и выкидывает, удаляет. Точно такое положение у каждого человека. Если у него в голове нет акиды своей, в которой он основательно изучил ее, то любой человек может его загрузить. Любой человек может подействовать. Любой человек может заложить в него свою программу. Почему? Потому что у него нет своей программы. И сердце, которое пустое, нет в нем акиды, он не изучил ее, он не познавал свою акиду. Она пустая, туда любой человек может свою акиду положить. Поэтому является обязательным над каждым мусульманином изучить свою акиду, знать свое вероубеждение, во что он должен верить и во что нельзя ему верить, во что он должен придерживаться и во что ему нельзя придерживаться. Это является обязательной вещью каждого мусульмана. Он должен знать, во что он должен верить, во что нельзя верить. И по этим причинам изучение акиды является обязанностью и очень важной вещью для мусульманина. Поэтому, иншаллах та'аля, мы сегодня начнем изучать нашу акиду. Тема нашего урока сегодня что? Акидату салафи ахли суннати валь джамаа. Вероучение благородных предшественников, людей сунны, приверженцев сунны и единой общины. Вот это акида. Что за акида это? Чем она отличается от других акид? И кто такие саляфи? Кто такие ахли сунна валь джамаа? Что такое сунна? Что такое джамаа? Обо всем этом, иншаллаху тааля, мы постараемся сегодня поговорить. Дорогие братья, акида, термин ее, определение, это определенные вещи, в которых человек должен верить. И на чем человек должен успокоиться, и его душа тоже должна быть спокойна на этом. Чтобы это было убежденностью, то есть он должен быть убежденным в эти вещи. И никакое сомнение там не должно быть. Если его вера не достигает до убежденности, и если в нем есть какое-либо сомнение, это не является акидой. Акида должна быть крепкая, четкая, убежденная вещь, в которую ты веришь. Это является акидой. И ученые сказали, акидой ее назвали. Почему? Потому что ты связываешь свое сердце с этими вещами. То есть связать
акида на арабском языке акада переводится как связать. То есть ты свое сердце связываешь с этими вещами. Поэтому мы изучаем что? Исламскую акиду. Когда мы говорим исламская акида, что себе включает это? Во-первых, вера в существование Всевышнего Аллаха. Один. Вера в существование Всевышнего Аллаха. Она в себе включает что? Вера в божество Всевышнего Аллаха, вера в господство Всевышнего Аллаха и вера в его атрибутах и именах. То есть мы должны верить, что Аллах есть, во-первых, существует Он, и что Он является Господом всего, всех миров, что Он умерщвляет, что Он оживляет, что Он создает, что Он кормит и так далее. Также мы должны верить в божество Всевышнего Аллаха, что только Он достоин поклонения. Никто иной не достоин поклонения Ему. Никто иной. В-третьих, те атрибуты и имена Всевышнего Аллаха, в них не участвует никто. Аллах является всезнающим. Нету такого сифата ни у кого. Никто не может быть всезнающим. Каждый человек, если что-то он знает, все равно его знания определенные, то есть до какого-то уровня его знания. Дальше не идут они. А знания Всевышнего Аллаха безграничны, охватывающие все. И так далее. Также исламская акида себе включает вера в ангелов, вера в книги Всевышнего Аллаха, вера в посланников Всевышнего Аллаха, вера в предопределение, вера в судный день. Также она себе включает все, что является скрытым, которое пришло в Коране и в Сунне. Это акида. Что бы это ни было, скрытое, которое мы не видели, которое мы не ощутили, которое мы только услышали, которое мы только прочитали, но мы должны верить в это. Это является акидой. Пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал, до судного дня что-то будет. Это является из вопросов акиды, потому что мы должны верить в это. Почему мы должны верить в это? Потому что пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал. Также пророк, например, Всевышний Аллах рассказывает нам про пророков, про посланников Аллаха. Был Худ, алейхиссалям, был Салих и так далее. Мы должны верить. Почему? Потому что Аллах рассказал нам это, хотя мы не видели их. Хотя мы не жили с ними. Потому что это скрытое, о котором нам Всевышний Аллах рассказал. Также в эту акиду заходят основы ислама. Любая основа ислама, на котором сошли все саляфи, сподвижники, табиини или те, которые последовали за ними, это является из вопросов акиды. Из вопросов акиды. Например, следование за сунной, это является из основы акиды. Например, оставить споры, является из основы акиды. Например, любить сподвижников, является из основы акиды. И так далее. И последнее, что в себе включает наша акида, полная покорность Всевышнему Аллаху. В его приказах, в его решениях и полное подчинение его посланнику. Полная покорность Всевышнему Аллаху в его велениях, в его решении, то есть хукм, в его суде, в его законе, что мы были покорны Всевышнему Аллаху, и полное подчинение его пророку, и полное последование за его пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Это является акидой. Коротко, если сказать. Мы сказали, сегодняшний урок у нас является акидату саляфи. То есть вероучение праведных предшественников, саляфу. Кто такие праведные предшественники? Праведные предшественники это являются люди, которые жили в первых трех веках. В первых трех веках. За которых засвидетельствовал пророк, саллиллаху алейхи салям. За которых засвидетельствовал пророк, саллиллаху алейхи салям. Что они являются наилучшими. Те люди, которые были в этих трех веках, являются самыми наилучшими. Они являются лучшими, чем те, которые пришли после них. И они являются имамами этой религии, за которыми мы должны следовать. Которых Всевышний Аллах избрал для донесения его религии для людей. Сподвижников избрал для того, чтобы они получили знания у пророка и передали к табиинам. Табиинов избрал, чтобы они получили знания у сподвижников и передали к атбау табиинам.
Атбау табиинов, третий век Аллах избрал для того, чтобы они получили знания от табиинов и передали его дальше к другим мусульманам. То есть, и также все, кто последовал за ними. То есть, саляф, когда мы говорим, то есть, праведные предшественники, они являются теми людьми, которые жили в этих трех веках. К ним также приписываются те люди, которые пришли после них, однако они следовали по их пути. Из имамов, из известных имамов, за которых засвидетельствовали умма, что они являлись на сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они являлись имамами в акиде, что они остерегались от бид'а, что они предостерегали людей от новшества. И умма вся сошлась на то, что они были лидерами, что они были имамами этой уммы, ахли сунни ва джамаа. Например, как имам Ахмад, например, как Суфьян ас-Саури, например, как имам аль-Бухари, например, как имам аш-Шафии, например, как имам Ибн Хузейма, например, как имам ас-Сабуни, например, и так далее. Много из тех, которые пришли позже, как шейх аль-Ислам Ибн Таймия, как Ибн аль-Каим, как Ибн Катир, которые пришли позже, Ибн Абдул-Вахаб, Шаукани, которые пришли позже, наш век, например, Ибн Утаймин, Ибн Баз и так далее. То есть в каждом веке были имамы, которые были на правильной акиде, которые предостерегали людей от нововведения, которые придерживались акиды Ахли Сунна валь Джамаа, и за которых свидетельствовала вся умма, что они были на правильной акиде. Они являются саляфами. Они являются саляфами. И в Коране, и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пришло достоинство этих саляфов, которые жили в трех веках. Например, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вассабикуна л-аввалуна минал мухаджирина вал-ансар». Поистине те, которые переселились из Мекки в Медину, и те, которые поддержали их и встретили, которые опередили других, «Ассабикуна л-аввалун», которые опередили других. Также Всевышний Аллах говорит: «И те, которые последовали за ним должным образом», то есть табиини и атбау табиини. Аллах что говорит? Радиаллаху анхум ва раду анх. Аллах был доволен ими. Кеми? Пророкам, сподвижниками, теми, которые последовали за сподвижниками, теми, которые последовали за последователями сподвижников. И до судного дня те, которые последовали за этими сподвижниками и табиинами и тремя веками, Аллах говорит: «Ради Аллаху анхум ва раду анх». Аллах был доволен ими, и они были довольны Аллахом. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْهَارُ. И Всевышний Аллах приготовил для них что? Сады, под которыми текут реки. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. И они там будут вечны, пребывать там будут они вечны. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. И это является наивеликим успехом. То есть это за свидетельство Всевышнего Аллаха за тех людей, которые следовали за пророком, и за тех людей, которые пришли позже и следовали за этими сподвижниками из числа мухаджиров и ансаров. Также пророк, саллиллаху алейху салям, говорит: «Хайрун наси карни». Лучшие из людей. Это свидетельство пророка, саллиллаху алейху салям, за этих людей. Лучшие из людей – мой век. То есть мои сподвижники, имеется в виду. «Сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум». Затем те, которые пришли после них, затем те, которые пришли после них. То есть три поколения пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, упоминает в этом хадисе и свидетельствовал за них, что они являются лучшими. Дальше не упомянул четвертый, пятый, шестой, седьмой век, не сказал. За этих трех веков засвидетельствовал, что они являются наилучшими. Однако, дорогие братья, этот промежуток времени, промежуток трех веков, не означает, что все люди, которые были эти три века, что они являются наилучшими. Почему? Потому что второе условие есть для этого, чтобы они были на истине. Чтобы они следовали за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Чтобы они остерегались от нововведений. То есть поэтому тот человек, который пришел позже, в пятом, седьмом, десятом, пятнадцатом веку, пришли позже, однако они следовали за сподвижниками, за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, остерегались от бид'а, предостерегали других от бид'а, они являются на дороге саляфов. Также те люди, которые жили во время пророка, во время сподвижников, во время табиинов, однако они не следовали
за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И не следовали за Кораном, и делали бид'а, и не предостерегали от бид'а, они не являются салафами. Они не являются салафами, даже если они жили с ними. Поэтому не только заключается достоинство в этих промежутках времени или места. Плюс к этому добавляется следование за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И самым наилучшим из этих салифов кто является? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Ахсан. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, является имамом салифов. Самым наилучшим из салифов. И поэтому мы должны и обязаны следовать за пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ман ютиир расуля, факад атаа Аллах». Тот человек, который подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. Если кто-то придет и скажет: я подчиняюсь Всевышнему Аллаху, однако он не следует за сунной пророка, он не подчиняется Аллаху. И в наше время есть такие люди, Кораниты зовут их, Кораниюн. Они говорят: мы будем следовать за Кораном. Нам сунна зачем? Всевышний Аллах сказал, что я все разъяснил в Коране. Эти люди являются заблудшими. Почему? Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит: тот, кто подчинился пророку, тот подчинился Аллаху. То есть тот, кто не подчиняется пророку, тот не подчинился Аллаху. Хотя он будет спорить, что он подчиняется Корану. Также пророк, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама атакуму расулу фахудуху». То, с чем пришел к вам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, держитесь за ним. «Вама нахакум анху фантаху». А то, что он вам разопретил, оставьте ее. «Ваттаку Аллаха, инна Аллаха шадиду л'икаб». И бойтесь Аллаха, поистине является, Аллах является сильным наказание. Аллах просто так не оставляет. Те, которые возгордились следовать за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовали за логиками и философами, и следовали за сектантами и кафирами, поистине Аллах силен в своем наказании. Интересная история по поводу этого аята. Один раз Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху та'аля анху, встал и начал наставление делать. И рассказал хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: «Ля'ана Аллаху л-вашимати вал-муставшимати». Поистине Аллах проклял тех, которые делают татуировки, и тех женщин, которые делают которые делают другим, и сами, которые себе сделали. «Ван-намисати вал-мутанаммисати». И те, которые выщипывают брови, и те, которые требуют, чтобы им выщипывали брови. «Вал-мутафаллиджати лил-хусни». Те, которые делают промежуток между своими зубами для красоты. Это для, в их время считалось красотой, чтобы разрыв был между зубами. Аль-мугайрати халк Аллах. В конце говорит, которые меняют создание Всевышнего Аллаха. Аллах создал зубы сомкнуты друг с другом, а они разделяют. Аллах создал их брови вот такими, а они их делают как линию тонкую. Аллах создал их кожу красивой, они на нем что-то рисуют, татуировки делают. Они меняют создание Всевышнего Аллаха. Ибн Мас'уд говорит: Аллах проклял их. И одна женщина из Бану Асад, которую звали Умму Яакуб, подходит к Ибн Мас'уду и говорит: почему ты проклинаешь этих людей и говоришь, что Аллах проклял их? Абдуллах ибн Мас'уд говорит: почему бы мне не проклять их, если Аллах проклял их? И в Коране говорит сверху. Она говорит: где, говорит, Аллах проклинает в Коране этих женщин? Ибн Мас'уд говорит: иди, она говорит: я прочитала Коран и не нашла такое. Ибн Мас'уд говорит: если ты прочитала бы хорошенько, то нашла бы, говорит. Эта женщина уходит домой и читает Коран от начала до конца. Сурат аль-Фатихи до сурат аль-Нас. От корочки до корочки читает Коран. Чтобы искать такой аят, где говорит: Аллах проклял тех женщин, которые татуировки делают, и так далее. И приходит обратно к Ибн Мас'уду и говорит: о, Ибн Мас'уд, я прочитал от корочки до корочки Коран и нашла такого аята. Тогда Ибн Мас'уд говорит ей: разве ты не нашла в Коране аят, в котором говорится: «Вама атакум ар-расулу фахуду», то, с чем пришел к вам пророк, то держитесь за это. «Вама нахакум анху фантаху», а то, что вам запретил, остерегайтесь от этого. Разве ты не прочитала этот аят? То есть то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил, это то, что Аллах запретил. То, что пророк проклинал, это как будто Аллах проклинал. Разницы нету.
Тогда у нее слов не осталось, у этой женщины. Когда она сказала, поистине одна из твоих жен это делает. Хотела, не хотела сдаваться. Она говорит, иди посмотри, может не делает. То есть Ибн Масуд был уверен, что его жена такое не делает. Она пошла, посмотрела, пришла и сказала, нет, не делает. Ибн Масуд говорит, если бы делал бы, то я с ней в один постель не лег бы. То есть я сразу развод дал бы ей. То есть такая ревность была у Ибн Масуда, радиаллаху та'аля, анху, следование за сунной пророка, салям, и отдаление от запретов Всевышнего Аллаха. То есть это что, на что указывает? На то, что мы должны следовать за пророком, салям, следовать за сунной пророка, салям. То, что мы следуем за сунной пророка, это как будто мы следуем за Кораном и следуем за словом Всевышнего Аллаха. Также Всевышний Аллах в Коране говорит, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьей в тех вопросах, в которых они спорят между друг другом. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. И после того, как ты решил, сделал суд, чтобы у них не было никакого теснения, тесноты в сердцах, как будто пророк сам не так решил, что это суд в его пользу, не в мою пользу и так далее. Никогда нельзя, чтобы в сердце оставалось притеснение или теснота, или недовольствие от решения шариата. Это у человека вера неполноценная. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Полностью, пока они не покорятся, они не уверуют в тебя. Это тоже указывает на важное следование за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. После посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, самыми достойными из салафов является кто? Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В общем, и четыре халифа в, как сказать, частности. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Мин аль-му'минина риджалум садаку ма'ахаду Аллаха алейхи». Есть из мусульман мужчины, которые были правдивы в тех обещаниях, которые Аллаху они дали. То есть в тех договорах, которые они с Аллахом заключили. «Фаминхум ман када нахбаху». Из них есть те, которые умерли, ушли к Аллаху. «Фаминхум ман янтазир». И есть люди, которые ждут еще своего часа. То есть имеется в виду из числа сподвижников и табиинов. «Вама баддалу табдила». И они не изменили в религии. Не внесли изменения в религии. Это тоже свидетельство от Всевышнего Аллаха за сподвижников и тех, которые следовали за ними. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Усикум би асхаби». Я завещаю вам о моих сподвижниках, чтобы вы хорошо относились к ним, чтобы вы следовали за ними, чтобы вы придерживались того, что придерживаются они. «Сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум». Потом за теми, кто следует за ним, потом за теми, кто следует за ним. Я завещаю вам, чтобы вы последовали за ним. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Тафтарику уммати аля талатим ва сабиина милля». Моя умма разделится на 73 течения. Моя умма разделится на 73 течения. «Куллюхум финнар». Все они будут в огне. «Илля миллятам вахида». Кроме одной течения. Кроме одной религии. «Каля, ва ман хия, я Расул Аллах». Абдуллах ибн Амр говорит, это что за течение? «Каля», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма ана алейхи ва асхаби». Это то, на чем я и мои сподвижники. Опять-таки свидетельство за сподвижников, что они являются на истине. То, на чем я нахожусь, и то, на чем мои сподвижники. Поэтому те люди, которые хотят принизить достоинство сподвижников, эти люди хотят разрушить ислам. Они хотят разрушить истину. У них не цель защитить семейство пророка. У них не цель защитить Али ибн Аби Талиба и принизить тех, которые ему зулму сделали. Нет. Эти люди, которые хотят разрушить ислам, разрушить нашу акиду, разрушить Коран, разрушить сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что сподвижники те люди, которые передали к нам эти знания. Эти люди являются саляфами, то есть те, которые были в трех веках.
сподвижники, те, которые следовали за ними, те, которые следовали за ними. Дальше идем. Мы же сказали, акидату саляфи, ахли суннати валь джамаа. Ахли сунна. Приверженцы сунны. Сунна что такое? Что такое сунна? Сунна – это дорога пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Путь пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Образ жизни пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. На котором был пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Ильман. То есть знания мы должны получать, которые они стремились к ним. Не те, которые кафиры придумали. Не те, которые внедрили в исламское общество. А знания, которые стремились к ним сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Ва'тикадан и убеждением. То есть образ жизни и в убеждениях. То есть в чем были убеждены пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, в этом и мы должны быть убеждены. Ва'каулан ва'амалан. Наши слова, наши дела тоже должны быть соответствующими словами пророка и делами пророка и его сподвижников. Ва'такриран. И мы должны поддержать и соглашаться с тем, с чем соглашался пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Сунна, когда мы говорим, также понимается то, что было во время пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников из ибадата и из убеждений. И противоположным является бид'а. Сунна или бид'а бывает. Не бывает, что такое сунна и еще что-то не бывает, дорогие братья. Некоторые люди начинают придумывать в религии халяль. Но мы не говорим, что это сунна и не является бид'ой. Такое уж не бывает. Или сунна, или бид'а бывает. То есть, или это нововведение, которое внедрили в ислам, или это то, на чем были сподвижники и его сподвижники. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Третьего варианта нету. Или сунна бывает, или нововведение бывает. И то, что хотят вот, обмануть людей, сказать, мы не говорим на нее сунна. Также мы не говорим, что это бид'а. Так можно ее делать. Не бывает такой в религии, можно делать. Религия – это то, когда ты ее делаешь, получаешь вознаграждение от Всевышнего Аллаха. А как можно вознаграждение получать за то, что халяль сделал? Халяль чай пить тоже можно. Чай пить и вознаграждение получаешь ты. Рай получишь за то, что чай пьешь. Не получишь ты. Рай получишь за то, что следуешь за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. А как они могут тогда сказать, что это не является сунной, но она из религии? Она халяль. Как можно за халяль аджру получить и рай получить? Такое не бывает. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ. Поистине тот человек, который будет долго жить, то есть он много разногласий увидит. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, после моей смерти, кто будет долго жить, он много разногласий увидит. Держитесь за мою сунну. Это приказ пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы мы держались за его сунну. Ва суннати аль-хулафаи ар-рашидин. И чтобы держались за сунну его халифов, праведных халифов. То, что, на чем были праведные халифы, это тоже является сунной. То, что делали его праведные халифы, Утман, Абу Бакр, Умар, Али, разницы нету. То, что они делали, это тоже является сунной. Особенно, если никто ему не противоречил. Если, например, Абу Бакр что-то сказал, Умар, Утман, Али ему сказали, нет, это не так. Тогда можно уже посмотреть, у кого довод сильнее. А если Абу Бакр сказал, и никто ему не противоречил, это является сунной. Это является сунной. А что такое джамаа? Ахлю сунна валь джамаа. Что такое джамаа? Джамаа – это общество мусульман. Это, как сказать, количество людей, которые собрались на что-то, которые собрались на правильные акиды. Это люди джамаа. Те люди, которые собрались на разные акиды и на разные принципы, это не является джамаа. Это не является ахлю джамаа. Это не является ахлю сунна. Это сборище людей, это толпа. У каждого своя акида, у каждого свои принципы. Это не является джамаа. И такому джамаату Аллах никогда победу не дает. Джамаа, которая собирается вокруг одной акиды, вокруг сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, вокруг Корана, вокруг того, что на чем были сподвижники и саляфи, этому джамаату Всевышний Аллах дает победу.
Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан ва ля тафаррагу». Соберитесь вокруг верви Всевышнего Аллаха, все вместе. Держитесь за ней. Вера в Аллах — это что такое? Вера в Аллах — это Коран, это сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Это таухид. Вокруг этого все собирайтесь. Вокруг этого все держитесь, говорит Всевышний Аллах. И не вокруг чего, что попало. «Валя тафаррагу» — и не разделяйте. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что говорит? «Алейкум биль джама'а». Валлахи, великий хадис. Какой баракат в джама'ате бывает, когда мы все вместе, сплоченные. Когда мы из-за всяких мелочей не спорим между друг другом. Если у нас акида одна, если мы стараемся следовать за сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Нельзя из-за всяких мелочей разделять джама'ат и спорить между друг другом. Валлахи, джама'а — это милость Аллаха. Это рахма. Алейкум биль джама'а. Держите за джама'ат. Будьте сплоченными. Ва ияакум валь фурка. Остерегайтесь от разделения. Фа инна шайтана ма'аль вахиди. Поистине шайтан с одним человеком. Если он отделился от джама'а, шайтан с ним будет. Днем и ночью будет его заблуждать. Ему васвасы кидать. Ва хуа миналь итнейни абаду. Если два человека собрались, шайтан уже чуть-чуть подальше остался. Если джама'а, тем более еще подальше уйдет. И ему сложно будет заблудить. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-джама'ату рахма, валь-фуркату азаб». Поистине джама'ат — это является милостью. И разделение является наказанием. Валлахи, та наказание, которое мы сегодня видим, в котором мы находимся, унижение перед кафирами, унижение перед нашими врагами, это по причине того, что мы разделены. Аль-джама'ату рахма. Джама'а — это милость. Валь-фуркату азаб. И разделение — это является наказанием. Джама'а, пророк сам говорит, держитесь за джама'ат. Ва ман арада бухбухат аль-джаннати, тот, кто желает просторы рая, джанна, которая широка небес и земель, кто хочет эти просторы, фальяльзам аль-джама'а, пускай держится за джама'ат. Однако джама'ат должен быть на истине. Поэтому ибн Мас'уд, ради Аллаху Та'аля, анху, что говорил? Он говорит: «Аль-джама'ату ма вафака аль-хак». Джама'а — это то, что соответствует истине. Джама'а — это то, что соответствует истине. «Ва ин кунта вахдак». Даже если ты будешь один. «Анта аль-джама'а». Ты джама'ат. «Ва ин кунта вахдак». Даже если ты будешь один. Поэтому джама'а кто? Это те люди, которые придерживаются сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И придерживаются дороги тех саляфов, которые следовали за пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. В убеждениях, в слове и в делах. В делах следовать за пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. Все сунны, даже если он будет делать. Ратибати, аскари, сабах, валь маса, за каждым намазом, ночью, утром встал. Все сунны делает. Это не поможет, если убеждение не соответствует сунне. Не хватает поклонения, что ты соблюдал сунну. Обязательно в убеждениях тоже ты должен соответствовать сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. В убеждениях и в словах, и в делах, и в поведении. То, что нам не хватает. Поведение у нас не соответствует поведению пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, и саляфов. Джама'а — это те, которые держались правильно на путь саляфов, и которые придерживались сунны и остерегались от нововведений. Любое нововведение они остерегались от него. И они останутся на истине. И они будут побеждены, или скажем, и они будут, Аллах даст им победу, и они останутся на истине до судного дня. Следование за ними является прямым путем. Противоречие им является заблуждением. Мы рассказали, что такое акидату саляфи, ахли суннати валь джама'а. Сейчас осталось две вещи. Ахли сунна валь джама'а. Чтобы мы знали, чтобы у нас было какое-то понятие, чтобы мы могли отличить ахли сунна. Как можно отличить ахли сунна от не ахли сунны? Отличительные качества и черты ахли сунны валь джама'а.
Какие они являются? Они много. Мы упомянем самые важные из них. Первое. Ахлю сунна валь джамаа всегда придерживаются середины. Золотая середина. Всегда. Между преувеличением и между халатностью. Между черствостью и между жидкостью. Всегда они являются посередине. Будто это в вопросах акиды, будто в вопросах поклонения, будто в вопросах мирских вещей, всегда они придерживаются акиды. Первое, чем отличается Ахлю Сунна валь Джамаа, это мы сказали, придерживаются середины. В убеждениях и в делах, и в словах они всегда придерживаются середины. По отношению пророка, например, мы не возвеличиваем его таким образом, что из него делаем Бога. Как, например, христиане сделали из Иса, алейхиссалям, Бога. Также мы не уменьшаем его достоинство пророка, саллиллаху алейхиссалям. Мы знаем его макам, и уважаем и любим нашего пророка, саллиллаху алейхиссалям. Например, скажем, в поклонении мы поклоняемся Всевышнему Аллаху, также не забываем мирские моменты. То есть то, что мы должны семью кормить, и тогда жениться, и детей рожать, и другое. Отличие от христиан. Религиозный человек, у них уходит в церковь, и все отдаляется от дунья, и становится кем? Монахом. Рахбания у нас нету в религии. То есть, что человек стал монахом, я не женюсь, я это не делаю, то не делаю, такой нет у нас религии. У нас середина. Поклоняемся Всевышнему Аллаху, не забываем наш ахира, также «Валя танса насыба камина дунья» и не забудь свою часть и долю от дунья, которую Всевышний Аллах тебе предопределил. Второе, и очень важное. Нету у ахлю сунны валь джамаа одного человека, у которого мы все берем. Что бы он ни сказал, мы берем его. Или что бы он ни запретил, мы оставляем. Нету такого человека в ахлю сунны валь джамаа, кроме кого? Кроме одного посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. В отличие от шиитов, например, в отличие от суфистов, например, у них есть, у них бывают устазы, у них бывают имамы, у которых все, что они говорят, берут они, и все, что они запрещают, они оставляют. Это заблуждение. Куллун юхаду минху ва юрадду алейхи. Каждый человек, у него берет сознание и опровергается. Мы можем говорить, не берем у тебя. Почему не берем? Потому что противоречит сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. Берем, почему? Потому что соответствует сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. И как имам Малик, рахимахуллах та'аля, сказал, «Илля сахиба хадаль кабр», кроме обитателя этой могилы, указал на могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также Ахлю Сунна валь Джамаа возвеличивают саляфов, возвеличивают предшественников, знают их местоположение. Как сегодня говорил шейх Абу Умар, что он говорил, что мы должны возвеличивать тех имамов, которые были в период предшественников. Нельзя их сравнивать с нами. Ибн аль-Мубарак, шейх имама Ахмада, рахимахуллах та'аля, он говорил, когда некоторые достоинства саляфов говорили, табиинов или сподвижников, или некоторые имена упоминались, и начинали сравнивать с ними, он говорил, «Ла та'ариданна бидикрина фи дикрихим». Не упоминайте наши имена с ними. «Лайса ссахиху иза маша каль мукаади». Здоровый человек не подобен, когда он ходит на больного. То есть они были здоровыми, а мы больные. Так говорил Ибн аль-Мубарак на то время, как так говорил он, который умер в начале 3 века. А что мы должны сказать, когда мы сопоставляем себя с ними? Мы вообще мертвые люди, наверное, не больные. Поэтому заблуждаются те люди, которые сравнивают нас с теми саляфами, с теми имамами. Мы должны из отличительных качеств Ахли Сунна валь Джамаа, то, что мы возвеличиваем этих имамов. Мы знаем их кадру и никогда не уменьшаем их кадру. Также из отличительных качеств Ахли Сунна валь Джамаа они не обобщают. Даже когда обвиняют в чем-то, они не обобщают. Они обвиняют конкретного человека. Вот он это сделал. Если из какой-то группе что-то, один человек что-то сделал, мы не говорим, что это вся группа заблудшая. Не говорим, вот этот человек заблуждение сделал. Пример приведем. Если со мной попался один человек в сафаре, например,
и он, например, скажем, из чеченцев, или, скажем, из кумыков, и он сделал мне плохую вещь, или там плохо поступил в дороге, недостойно себя вел и так далее. Я же не могу сказать, что чеченцы все такие, или кумыки все такие. Валиязубилля, нет. Никогда нельзя так говорить. Также нельзя сказать, например, из какой-то школы, например, ханафит попал со мной в дороге, или там учился в одном университете. У него ахляк плохой был, все ханафиты такие. Нельзя такие вещи говорить. Мы не обобщаем. Это тоже один из качеств Ахлю Сунна валь Джамаа. Также из качеств Ахлю Сунна валь Джамаа то, что мы стараемся распространить правильную акиду на земле, следуя за завещанием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Баллигу анни валяу аят», даже один аят, хоть один аят распространяйте, донесите до людей. Мы стараемся, мы усердствуем в том, чтобы донести до людей правильную акиду. Также мы всегда стараемся быть едиными. Тот человек, который старается разделять, это не является из Ахли Сунны. Тот человек, который старается объединить, чтобы мы были едиными, сплоченными, этот человек является Ахли Сунной. И всегда мы призываем к единству, всегда мы побуждаем, чтобы мы были сплоченными. И оставляем разделы и споры, и спорные моменты. Конечно, если это не касается акиды и основы акиды. Из-за вопросов фикха разделяем. Кто-то шевелит пальцем, кто-то не шевелит. Кто-то что-то делает, кто-то махдина читает, кто-то не читает. За эти вещи нельзя разделение делать. Это вопросы фикха. Кто хочет делает, кто хочет не делает. Кто следовал за этим имамом, он делает. Кто следовал за этим имамом, он не делает. Если это не является прямым противоречием Корану и Сунне, нельзя поднимать такие вопросы и разделение делать среди джамаата. Также Ахлю Сунна валь Джамаа самые далекие люди от такфира. Самые далекие люди от такфира, которые направо и налево делается необоснованный такфир. У Ахли Сунна валь Джамаа такфир является одним из пунктов шариата. Такфир никто не отменял, однако у такфира есть определенные правила, у такфира есть определенные препятствия. Когда все условия и правила есть, мы делаем такфир. Когда есть препятствия такфира, мы воздерживаемся от такфира. Ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, говорит: «Ахли Суннати а'ляму ан-наси биль-хакки». Ахлю Сунна – самые знающие истину. Из всех течений Ахлю Сунна больше всех знают истину, однако «ва архамухум биль халки» – и самые милосердные, и самые милостливые к созданию. Из-за того, что ты истину познал, из-за того, что ты на истине и на Сунне, нельзя относиться к другим людям черствым образом. Такфирит, там он конченый, он заблудший и так далее. Нет, «архаму ан-наси биль халк». Самые милосердные к людям. Мы должны смотреть как лекарь к больному, а не так, как судья к подсудимому. Вот такое должно быть наше отношение к другим сектам и к другим заблудшим людям. Коротко говоря, Ахлю Сунна валь Джамаа являются самыми лучшими нравами. Они должны обладать самыми лучшими нравами. Однако у нас нет этих нравов. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Если ты был бы черствым, если у тебя было бы сердце черствое и грубое, то они все разбежались бы от тебя. Сподвижники не остались бы с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. Из-за нрава пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, из-за его ахляка все они собрались вокруг него. Абу Суфьян что сказал, когда увидел Абу Суфьян или Амр ибн аль-Ас? Один из них сказал, он пришел договориться с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, когда было, они запретили им сделать умра, зайти в Мекку. Они отправляли своих гонцов, чтобы договор сделать с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. И он возвращается обратно и говорит: «Я был у Иракла», говорит он, «я был у Кисра», то есть у персидского императора, «у римского императора, но я никогда не видел, чтобы последователи почитали и уважали своего вождя, своего предводителя, как сподвижники пророка уважают своего пророка». И чем он добился? Пророк сам чем добился этого уважения? Своим ахляком. Своим ахляком. И также Ахлю Сунна валь Джамаа самые старательные очистить себя поклонением Всевышнему Аллаху. То есть они очищают свои души поминанием Всевышнему Аллаху, поклонением Всевышнему Аллаху. И Ахлю Сунна валь Джамаа являются самыми, как бы, дальновидными.
они должны быть дальновидными. Не так посмотреть на вещи, а вот так посмотреть. То есть к чему мы идем, это к чему приводит. В дальнейшем есть от этого польза или нет и так далее. Дальновидными должны быть Ахли Сунна Валь-Джамаа. وأرحبهم بالخلاف صدرا и самые широкие сердца для разногласия. Если человек проявляет разногласие по отношению к тебе в каком-то вопросе, ахлян ва сахлян ахи. Если в этом вопросе мы разногласим, то то, что у нас объединяет многое. Если вопросы, куда поставить руки, сюда поставить или сюда поставить, если это нас разделяет, то очень много вещей, которые нас объединяют. То, что мы поклоняемся единому Аллаху и не предаем ему сотоварища. То, что мы любим сподвижников, то, что мы следуем за сунной пророка, то, что мы ненавидим бид'а, заблуждение в акиде. Это вопросы, что ли, нас должны разделять. Наши сердца должны быть широкими для таких разногласий. Пускай мой брат так делает, я вот так буду делать. Проблем нет в этом. Таким образом, выясняется, что саляфы, это и есть Ахли Сунна Валь-Джамаа. Самые лучшие Ахли Сунна Валь-Джамаа это те, которые были во время трех веков. И Ахли Сунна Валь-Джамаа этим определением отличается от других сект, от других заблудших сект. Например, как хавариджи, Ахли Сунна Валь-Джамаа отличаются от них. Хавариджи что говорят? Хавариджи грех человек сделал, если тяжкий грех, они выводят человека из ислама. Зина сделал – кафир. Выпил спиртное – кафир. И так далее. Мы отличаемся от них тем, что мы не такфир не делаем из-за тяжких грехов. Мы говорим, он мусульманин, однако он согрешил. Может, он таубу сделает. И шафа'а пророка, саллаху алейхи ва саллям, как пророк саллаху сказал, «Ли ахли ль-кабаири мин уммати» – для тех людей, которые совершали тяжкие грехи из моей уммы. Мой шафа'ат говорит. Также Валь-Джахмия отличается Ахли Сунна от джахмитов, которые отрицали все атрибуты Всевышнего Аллаха. Аллах есть, но не утверждали ни один сифат, ни атрибут, ни имя Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что они думали, если они будут утверждать сифат или имя Аллаха, что они уподобляют Всевышнему Аллаху своему созданию. Последуя за логикой и философией римлян и греков. Кадария. Кадария кто такой? Это те люди, которые не верят в предопределение Всевышнего Аллаха. Они говорят, что ты сам создаешь свою судьбу. Аллах не предопределил, Аллах даже не знает, что ты будешь делать через час. Когда ты это сделаешь, тогда узнает Аллах, говорят они. Валь-Иаду Биллях. Аль-Кадария тумаджусу хази ль-умма. Огнепоклонники этой уммы. Много имамов такфир сделали этим кадаритам. Ибн Аббас, радиаллаху та'аля анху, Ибн Умар, радиаллаху анху, когда до него дошло, что такие люди появились, он сказал, донеси до него, что ко мне они никакое отношение не имеют. Мутазиля тоже заблудились в вопросах кадра, в вопросах видения Всевышнего Аллаха. Они говорили, мы не увидим Аллаха в судный день. Также они говорили, что Коран создан, что речь Аллаха, она создана. Однако Коран является сифатом Аллаха, атрибутом Аллаха. Коран является, то есть, как сказать, качеством Всевышнего Аллаха. Оно не является созданным, чем-то не является Коран. Мурджиа, те люди, которые говорили, главное, чтобы душа чиста была. Хватает. То, что ты согрешил или что-то не делаешь намаз, это тебе не вредит. Главное, чтобы душа у тебя была чиста. Как может быть душа чиста, когда человек все плохое делает и ни одно хорошее не делает? Может быть такое? Он спорит, что у него самое чистое сердце, заполненное таухидом, всякими хорошими качествами. Однако ни одну службу Всевышнему Аллаху не делает. Ни один поклон Всевышнему Аллаху не делает. Все, что Аллах запретил, он делает. На свой мат будет жениться, зина будет делать, выпивать спиртное и так далее. Ни один фарз, который Всевышний Аллах на него поставил, не делает. И говорит, у меня душа чиста, полная таухидом. Это противоречие. Не может быть такое. А мурджиа говорят, что может быть такое. Что они тоже являются мусульманами. Варрафида, рафидиты. Одна из сект из имамитов, шиитов. Которые, рафида, у них... Откуда это имя пришло, там есть разница. Это люди, которые были, следовали за за Зайдом, Ибн Али, Ибн Аль-Хусейн, Ибн Али. То есть Али Ибн Аль-Хусейн был Зайн Аль-Абидин, известный Зайн Аль-Абидин, один из имамов Ахли Сунна Джамаа. Его сын был Зайд. И за ним последовали определенная куча людей. Они думали, что он тоже забудший, такие же, как они, такой же, как они. Однако он начал хвалить Абу Бакра, хвалить Умара,
Когда возле него начали порицать Абу Бакра и Умара, он начал ощущать их. Тогда они что сделали? Рафадуху. Они оставили его, бросили его. И он им сказал, «Антум рафадтумуни», вы бросили меня. Рафада – бросили. Рафида, которые бросили своего предводителя из-за того, что он был на истине. Поэтому и имя пошло на них. Эти люди, которые ненавидят сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра и Умара, и жен пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, обвиняют в нечестии и прелюбодеянии, «Валь-Иаду биллях», говоря и споря, что они любят семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, они защищают семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, но они являются потомством иудеев и последователями за Абдуллаха ибн Саба, и один из евреев, который заблудил мусульман. И в конце аят в Коране «Яума табьядду вуджухум ва тасвадду вуджух». В тот день, когда будут сиять одни лица и будут черными, мрачными другие лица. Ибн Аббас, радиаллаху та'аля анху, в толковании этого аята говорит «Табьядду вуджуху ахли суннати валь джамаа». Будут сиять лица ахли сунны валь джамаа. О Аллах, сделай нас из ахли сунны валь джамаа, у которых будут сиять лица в судный день. «Ватасвадду вуджуху ахли бид'ати валь фурка». И будут мрачными и темными лица тех людей, которые следовали за бид'ой и разделяли умму Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. На этом мы на сегодняшний день оставим, хотя осталось у нас некоторые моменты, которые мы не закончили. Вальхамду лиллахи, Раббиль аламин.